Так. Уже начинается ходить три участника у нас. Марк, у меня вот это сообщение, кажется. Так вот, посмотрите, получается, верхний правый угол. Ага. Там получается. Да? Нажимай, да? Сейчас я отвечу. Алло? Все, ага, хорошо. Ага. Бизнес карман в отцовном уриоме, да? Да? Ага, да. Здравствуйте, дорогие участники вебинара. Сегодня у нас тема «Технические документы, необходимые для производства продуктов питания и товаров». Так, я себя представлю. Меня зовут Виктория Васильева. Я руководитель некоммерческой организации «Центр качества Якутии». Вот. Ну, моя специализация – это сертификация пищевой продукции, декларирование пищевой продукции. Я в этой области много лет уже работаю, и поэтому вот, очень близко знакома с техническими документами. Меня хорошо слышно, да? Хотя, где это этот? Если слышно, то, пожалуйста, этот, ну, какой-то плюсик поставьте, чтобы я видела, что как-то... И слышно или не слышно, видно хорошо, не видно. Так. Ага, все хорошо, спасибо большое. Я тут сама уже первый раз, поэтому как бы немножко мне непонятно вот эти. Ну что ж, начнем дальше. Для того, чтобы понять, что такое техническая документация, я думаю, что прежде всего немножко чуть-чуть отойдем и перейдем к тому, что в настоящее время без документа ведения в организации сложно контролировать и качество, и жизнедеятельность, качество самого продукта, который выпускает производство, и понимать жизнедеятельность организации. Документы, технические документы относятся к документообороту, и они очень важны, я считаю, что для того, чтобы руководство организации, дабы, чтобы организация нормально существовала и видеть, что ее продукция качестве не ухудшается, для этого и нужны документы. Вот. И именно документооборот может определить, показать эффективность работы организации. Вот, если мы немножко отойдем к тому, чтобы какой документооборот ведется в организации, если условно разделим, есть внешняя документация и есть
внутренняя документация. Внешняя документация – это документы, которые, ну, нормативные, официальные документы, которые нам устанавливаются сверху. То есть это государственные законы, федеральные законы, технические регламенты, это постановление правительства, это приказы вышестоящих организаций, специализированных, допустим, ветеринарные, от ветеринарных законодательств идут приказы, допустим, да, вот ихние. И таким образом они относятся к внешним, которые устанавливают нормативы и показывают правила, как организация должна, к чему, вот, где у нее правая и левая как бы сторона вот в этом плане. Ну, я условно говорю. И есть внутренняя документация. К внутренней документации организации относятся. Это административные внутренние документы, которые бывают это учредительные, распорядительные, финансовые, кадровые, бухгалтерские. Это административная документация. И есть техническая документация, либо технологическая. Ее можно технической назвать, либо технологической документацией. Вот сегодня именно мы будем разбирать именно техническую, технологическую документацию для производства. Так, спасибо большое. Так, теперь, вот что такое техническая документация? Это набор документов. Это не один документ, а набор документов. Для вот производства продуктов питания, допустим, что мы должны знать? Для того, чтобы производитель, ему было легче, у нас есть, в России есть организация Росстандарт, которая занимается стандартизацией и разработкой различных ГОСТов. И вот, допустим, у вас небольшое предприятие, предприятие производства пищевой продукции. Вот, для того, чтобы, вот, допустим, я технолог, что мне нужно, чтобы поставить продукцию, новую продукцию на производство? Для этого есть ГОСТ, которая Росстандарт сверху спускает ГОСТы, общего характера. Это ГОСТы общего характера. На основании их технолог начинает разрабатывать внутреннюю документацию и начинает делать под него, либо пользуясь ими же, начинает смотреть, как правильно поставить продукцию на производство. Вот. И в данном случае, допустим, я здесь напишу вам, ГОСТ, название ГОСТа. В 98-м году, в свое время, в 98-м году был ГОСТ. Так, сейчас посмотрим, как он пишется. Ага. ГОСТ. Вот. 15.309.98. Видно, да, вот я написала номер ГОСТа. Этот ГОСТ в 98-м году был разработан как система разработки и постановки продукции на производство. Он немножко сложный, как бы в техническом плане, если у вас есть специалист с определенным образованием, технологи, да, они его понимают, поймут сразу, потому что там расписано, как продукцию ставить на производство. Что для этого? Просто взять у нас, я знаю рецептуру, такой хороший, очень такой небольшой, экономичный. Давайте мы ее поставим на производство, так, быстренько на бумажке написали, быстренько состряпали и отправили на производство. Если выходить на более такой качественный уровень, вот если даже у вас маленькая, небольшая рецептура, ее нужно обязательно зафиксировать, утвердить. И с какой целью? Да, допустим, вот эта маленькая рецептура станет основой для того, чтобы основой для создания технической документации на производство. Вот сегодня вот есть повар, который вот создал, вот, допустим, булочку с маком, и вот он нашел такой рецепт, попробовали, он очень хороший, вы его взяли, поставили на производство. Этот человек ушел, пришел другой человек, и он делает булочку с маком, но у него совершенно другой получается. Вот и здесь мы сразу, вот допустим, как потребитель, мы сразу видим, что в производстве либо два варианта, либо же техническая документация оформлена, рецептура установлена, но ее не пользуются. Либо же второй вариант. Технической документации нету, и каждый повар сам по себе знает, что это булочка с кексом, и он понимает, как он должен быть, и он каждый делает сам по себе. То есть у каждого технолога своя рецептура. Поэтому
И в этом плане, допустим, потребитель, видя вашу продукцию, он приходит и говорит, а, ну вчера была хорошая такая подожжа, а сегодня, видать, повар поменялся, технолог поменялся, и у них уже другая подожжа, такую брать не буду. И вот ваша задача, как производителя, чтобы у вас стабильно шла продукция одного качества, одной формы, и одного же вот это, начинка должна быть именно такой, которую вы уже выбрали у себя. И для того, чтобы этого добиться, нужно, чтобы технологически вот рецептура была внутри расписана, технологическая инструкция к нему была расписана прям детально, и тогда кто бы ни поменялся, какой бы работник у вас ни поменялся, и его строго требование, что он должен соблюдать вот именно технологическую документацию, которая есть на этом производстве. Вот этот ГОСТ, он старый, 98 года, но в 2016 году вышел новый ГОСТ тоже, там с учетом нашего современного времени, сейчас я вам его тут напишу, он здесь поменялся год. Вы в интернете можете его набрать и посмотреть. Один, девять, 2016. Вот видите, да? 15, ГОСТ, уже появился буква Р, российская, ГОСТ российский называется. Система тоже называется система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения, порядок разработки и постановки продукции на производство. Что это? Ну, я не буду перечитывать весь этот ГОСТ, потому что вы можете сейчас параллельно в интернете набрать и сразу видеть, что он содержит внутри. Там все написано техническими словами, но суть все равно понятна. То есть суть в чем? Чтобы поставить продукцию на производство, вначале продукция должна у вас внутри создаться комиссия. Ну, то есть, вот, допустим, пригласите своих работников, там, 3-4 человека. Вот технолог создал продукцию, вы ее внутри органолептический анализ делаете. То есть вы смотрите, как он выглядит, как он на вкус, как он на запах какой. Вот это все фиксируется документально, зафиксировали. Если он вам не понравился, вам нужно его переделать. И таким образом вы достигнете того качества, которое вы на этот продукт, над каждым продуктом, есть организация, которая над каждым продуктом прям тщательно подходит. И в конечном итоге, понимая, что они внутри комиссию создали, они ее 3 раза проверили, как говорится, да, 3 раза проверили стабильность получения одного и того же продукта, получается или нет. И только после этого они отправляют ее в лабораторию. То есть вы создали у себя внутри продукт, потом вы его рецептуру упорядочили, уже пришли. Вот когда вы третий вариант, когда вы уже знаете, что этот вариант уже стабильный, вы рецептуру уже утвердили, технологическую инструкцию расписали детально. После этого вы эту продукцию должны отправить в лабораторию. В лабораторию отправили для чего? У этого продукта, кроме рецептуры и технологической инструкции, для того, чтобы он вышел в магазин и получил декларацию, у него должны быть либо ГОСТ, либо технологическая инструкция. Да. Вот ГОСТ и технические условия относятся тоже к техническим документам. То есть что это означает? ГОСТы, как бы, если так по-простому понять, как бы государственный стандарт, но он бывает двух видов, два вида есть. ГОСТ общего технические условия называется, он прям так и пишется, ГОСТ номер такой-то, вот как я написала, и там написано общие технические условия. Допустим, есть изделия хлебобулочные из пшеничной муки, ГОСТ 31805, и он называется общие технические условия. Вот. Это означает, что под этот ГОСТ он без имени, без фамилии, он просто вытаскивает. Влажность такая, кислотность такая должна быть, нормативы вытаскивает. На основании ГОСТа общие технические условия как раз и разрабатывается вот эта булочка с маком. Вот вы его сделали, взяли этот общий ГОСТ, вы ставите общий ГОСТ и начинаете свою продукцию, которую вы уже сделали, булочку с маком, отправили в лабораторию. Для чего? Для того, чтобы определить у нее качественные показатели. У булочки есть показатель безопасности, у любой пищевой продукции есть показатель безопасности,
да, к ним относятся там, микробиология, там, токсичные показатели, радиология, вот эти такие показатели, которые могут повлиять на здоровье человека. И есть показатели качественного характера. Это влажность, кислотность, пористость, содержание начинки, вес, масса сахара. Это качественные показатели. Для того, чтобы понять, вот вы создали продукт, булочку с маком, вы рецептуру сделали, технологическую инструкцию написали, отправили в лабораторию для того, чтобы понять качественный показатель. И в направлении в лабораторию вы пишете, допустим, нам нужно определить, опять-таки, где вы увидите эти показатели, спрашиваете, да? Где я найду, какой показатель? Вот для этого у вас есть ГОСТ общей технической условия. И в ГОСТе общей технической условия вы как раз и увидите, какие показатели нормируются, а у них в ГОСТе общей технической. Если бы, сейчас я напишу вам ГОСТ, ну, для общего понимания, допустим, да? ГОСТ. 31805. Если вы его сейчас наберете, вы увидите, что это ГОСТ общего характера. И там в таблице, где физико-химические показатели, стоит от и до. То есть показатель стоит от и до. Там определенный интервал. Да? И, потому что у одного продукта может быть влажность такая, а у другого она может быть больше. И для того, чтобы определить, какая влажность и кислотность у вашей булочки, вы ее как раз и отправляете в лабораторию. И когда с лаборатории приходит результат, что влажность у данной булочки, которую вы за норматив взяли, вот в норме он такой-то показатель, допустим, да, стоит, и кислотность такая-то, содержание начинки такой-то, вы уже его физико-химические показатели уже определили у этого продукта. И когда у вас еще для производителя есть производственный контроллер, вы это пили для того, чтобы проконтролировать качество выпускаемого продукта, насколько он стабилен, вы можете этот продукт отправить, опять-таки, через определенное время, после того, как он вышел на производство, уже потребители его полюбили, для того, чтобы понять, с течением времени не расслабился ли работник, точно выполняет ли он эти указания. Вот его, опять-таки, продукт время от времени вы отправляете на контроль. Это называется контроль, внутренний контроль производителя. Вы отправили, получаете протокол, смотрите, влажность превышена. Вот, спрашивается, значит, нарушение пришло. Где нарушение? И начинаете разбираться, где произошло нарушение. Или кислотность повышена. Где мы, как получилось, что из первоначального эталона, который вы сделали, получилось так, что у вас показатели разнятся. Вот, так, это вопрос касается именно качества продукта. А потребитель, он... Прежде всего, в торговле встречается с качественным, в первую очередь он встречается с качественным показателем самого продукта. Его сладость, его вот эта начинка, внешний вид, вот как он меняется. Вот поэтому вот внутренний контроль по технической документации, это и есть как раз вот контроль лабораторного характера, контроль вот выполнения рецептуры, технологические инструкции. Ведь к техническим условиям, кроме вот рецептуры, технологических инструкций, относятся еще и журналы внутренние, технологические журналы. Вот если так взять, то большинство небольших, именно маленьких, больших организациях это как бы вот налажено, они как бы, худо-бедно все равно документацию ведут, у них есть определенный человек, который мастер или технолог, который все смотрит. А в маленьких ИПшках это очень сложно, потому что порой бывает, что сам предприниматель, он же и технолог, он же и мастер, он же и приемщик, он же и повар, он же все готовит. Когда ты успеешь вот эту всю документацию сделать, спрашивается, да? Но без этой документации для того, чтобы на втором, вот на первом этапе ты как маленький предприниматель, а на втором этапе ты уже должен стать уже под себя, уже работников себе набираешь, уже производство хорошо идет. Если твое качество, которое ты делаешь, чтобы оно стояло на одном уровне, тебе нужна техническая документация. Поэтому рецептуру обязательно нужно утвердить, технологическую инструкцию тоже обязательно нужно ее расписать прям как положено. Впоследствии, чему эти документы, как они привязаны к декларации? Вот, смотрите, основой, вот мы изначально вот создали продукт, эту булочку с маком, рецептуру сделали, технологическую инструкцию сделали, сходили в лабораторию, получили протокола, протокол качественного показателя. Вот эти три документа в основе лягут на разработку технических условий для
самообработка. Вот есть, я сказала же, да, ранее, есть ГОСТ общие технические условия и есть ГОСТ технические условия. Разница в чем? В какой-то... Вот, допустим, если я делаю вот изделия хлебобулочные, у меня ГОСТ общего характера. Если я держу ГОСТ общего характера, то я могу технические условия не делать. Почему? Потому что у меня есть ГОСТ общего характера. Но разница в чем? ГОСТ общего характера, он показатели расписывает, я же сказала, да, в интервале от и до. А у вас продукт. У продукта должен быть конкретный показатель. Конкретная одна цифра, допустим. И поэтому в рецептуре есть, кстати, ГОСТ, если есть у вас, здесь пекарня есть, нет? Если пекарня есть, кому, какой, вам какая, у вас какое производство, вы мне его напишите, тогда мне легче будет уйти, потому что я как-то за общий характер взяла вот это хлебопекарное производство. Если вы напишите, что у вас какое производство, я подойду именно по вашей продукции, чтобы вам было легче понять, что вас интересует, чтобы это вам было полезно, да? Вот, а так сейчас я пока вот как бы на фоне вот этой булочки с маком вам расскажу. Вот, и вот, допустим, булочка с маком. Вот общие технические условия. В рецептуре, где я расписала, допустим, его влаживаемость, его сколько он должен, чего должен сделать, какие ингредиенты он содержит, в этой же рецептуре, согласно ГОСТа, есть на хлебобулочное изделие ГОСТ, он тоже нормируется, и у него требования к разработке есть рецептур хлебобулочных изделий. Там есть ГОСТ тоже свой отдельный. И вот смотрите, если вот, допустим, изделие хлебобулочное, ГОСТ R55, я здесь тоже напишу, если есть пекарня. ГОСТ R55972/2014 года. Вот если вы там, вот этот ГОСТ, все, а вот этот, очень хорошо. Все, очень хорошо. Ага, все, я вижу, у вас есть производство готовой химии, косметики, мы сейчас к этому подойдем. И вот есть кафе приготовления кондитерских кулинарных изделий. Вот для кафе, для вот Инны, я сейчас напишу вам, вот, у вас есть, у вас в общественном питании это техника технологическая карта. Вот рецептура и технологическая инструкция, она как бы более технологическая, она для, именно для пекарен. А для кафешки у вас идет технологическая карта. Ее форма и норматив, вот какая она должна быть, есть ГОСТ. Я вам сейчас напишу. Вот, так, это для Инны. ГОСТ 31-987. Вот этот ГОСТ, интернете посмотрите, 2012 года. Вот в нем он называется «Услуга общественного питания, технологические документы на продукцию общественного питания, общие требования к оформлению, построению и содержанию». И вот там есть технологическая карта, вот как внутри, как вы можете его использовать для своего производства вот, кондитерских и кулинарных изделий. Вот если так, по сути, взять, у вас, между прочим, вот в кафе она немножко соприкасается с хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями. Поэтому ГОСТ, вот этот изделие, сейчас я еще одно напишу, ГОСТ, это для этих, для, чтобы у вас была возможность, вот я наверху написала же, ГОСТ R55972, вот наверху, который я до этого написала, вот этот ГОСТ на хлебобулочное изделие. Вы его возьмите, и плюс еще вот этот второй ГОСТ 31987, и между ними посмотрите. Дело в том, что для общественного питания это техника, технологическая карта, где идут блюда конкретно, вот первые и вторые блюда, она будет более близко. Но если вы собираетесь как кафе и продавать как магазин, то вам больше подойдет вот этот ГОСТ на хлебобулочное изделие. Он там расписывает как раз все нормативы влажности, кислотность. И если у вас продукты, вот кулинарные изделия, вот к кулинарным изделиям относятся изделия вот, хлебобулочные жареные, пирожки, самса, вот, чебуреки, вот это все изделиям кулинарным мучным относится. А кондитерским у вас отнесется, ну вот на кондитерские есть отдельные ГОСТы, допустим, вот я сказала, что это ГОСТ технические условия. Есть ГОСТы, допустим, на кекс отдельно, на если вы будете делать пряники, есть ГОСТ, на печенье ГОСТ отдельный есть. Вот на кулинарные изделия ГОСТов нет.
ГОСТов нет. Есть только один ГОСТ. Допустим, если вы будете печеные изделия делать, то к вам подойдет вот этот 31805. И, а если вы будете делать жареные изделия, то есть ГОСТ тоже 31806, или, ну, номер немножко я сейчас не помню, но есть ГОСТ на изделия хлебобулочные жареные. И вот туда идут пончики, пирожки, бельши, вот, они все идут в одном ГОСТе, общего характера, опять-таки, да? Вот, это для производства, если вы хотите как выйти как на магазин и сдавать. Вот, и смотрите, а по поводу вот Оксаны, да, вот бытовая химия и косметика. У вас, в вашем случае, у вас тоже техническая документация именно в части технической документации, она необходима в плане того, чтобы вот упорядочить. Но в вашем случае есть вот этот ГОСТ, сейчас я скажу, какой ГОСТ вам подойдет на техническую документацию. Есть? Вот этот, так, есть на бытовую химию, в основном, допустим, так как в пищевке у вас рецептуры, технологическую инструкцию не требуется, как таковой. В вашем случае у вас идет по-своему паспорт и как изделие, вот именно, что, что в него входит. И вам важно, чтобы технология была расписана в вашем случае. Допустим, когда выходит ваш продукт на торговлю, ваш, именно вот бытовая химия и косметика, именно в части того, чтобы мы видим, у вас идет внутреннее использование, вот инструкция по использованию идет. А, допустим, продукта питания, такого инструкции по использованию нету, они не расписывают это. А в вашем случае это расписывается. Что, и в вашем случае обязательно пишется, что какие внутренние, или какие, допустим, аллергены могут содержаться в вашей бытовой химии. У нас в Якутске по бытовой химии и косметике, к сожалению, такого хорошей лаборатории нету. У нас в Якутске, мы в основном сидим же по пищевке, у нас ну, хорошая лаборатория, они все проверяют, а вот по именно бытовой химии там несколько параметров, несколько показателей только мы можем проверить, допустим. И в вашем случае, если вы что-то создали, в вашем случае лучше, допустим, ну, какую-то часть сделать здесь, которую можно контролировать, а все остальное лучше сделать в сторонних лабораториях, либо в Москву, в Новосибирск можно обращаться, либо Омск, ну, такие города, где есть вот именно выходить, где проверяется косметика. В данном случае вы как косметика, вы здесь внутренний контроль по качеству, скорее всего, не сможете сделать, только вы можете проверить в производственном контроле, проверять санитарное состояние самого производства, допустим. Так, составьте телефон 24. Ага. Ага. Так, сейчас я отпустим. Вот, и получается у нас так, по бытовой химии, и вот Оксана, да, в вашем случае, допустим, если вы декларацию, вот смотрите, Оксана, да, для того, чтобы получить декларацию на косметику, в данном случае, у вас, допустим, косметика у вас идет по техническому регламенту, если когда вы будете получать декларацию по техническому регламенту, на косметику отдельно есть техническое регламент, и там есть требования к производителю. Кстати, сейчас в целях, ну, чтобы документооборот был более такой удобен, в нашем, вот мы же сидим же в таможенном союзе, и поэтому вот Казахстан, Белоруссия, мы, Армения, Киргизия, у нас есть единая документация, вот единый закон, который выше российского. И вот этот технический регламент, который находится в расписан и утвержден между тремя вот четырьмя странами, внутри него есть требования к производству, кстати. И это требование к производству, сам технический регламент состоит из нескольких частей. То есть первая часть – это содержание, вот как бы вот введение, потом идет требование к производству, то есть что производитель должен, обязан делать. И вы вот как раз вы там можете посмотреть свои требования, которые я говорила, помните ранее, что есть узкоспециализированные документы, вот, ветеринария, санитарные документы, ветеринарные документы, допустим, вот, в вашем случае у вас и будет вот эти документы, они объединены и расписаны в технические регламенты. Вот именно для косметики у вас вот отдельный технический регламент. Сейчас я номер посмотрю, как может быть, если я быстренько
смогу вам сказать, какой технический регламент. И декларацию. Для того, чтобы получить декларацию, необходимо иметь, ну, в вашем случае, допустим, декларацию нужно получать не вне Якутска. В Якутске декларацию можно подготовить. Вот, допустим, в данном случае, вот, можем подготовить вот эту техническую документацию, декларацию можно здесь подготовить. Протокол нужно обратиться в лабораторию самим. Ну, это можно самостоятельно сделать, если либо же можно отправить, допустим, какой-нибудь организации, которая занимается этим. Есть множество организаций, которые оказывают услугу для оформления разрешительной документации. Но в вашем случае, допустим, можно сделать, допустим, производитель может сам напрямую выйти в лабораторию, сдать, в лаборатории отработать качество своего продукта, понять, что он сделал, соответствует ли он показателям безопасности. Как можно работать? В лаборатории можно работать в качественном показателе, определение качественного и определение показателя безопасности. В вашем техническом регламенте на косметику, допустим, указаны показатели безопасности в самом техническом регламенте. А показатели качественные, вы можете его с лабораторией договориться, и они могут вам определить, какие у вас качественные показатели в вашем продукте, допустим. И на косметику протокол, если вы получили, вы можете декларацию сами оформить, потому что форма, ну, как бы она единая для всех, что пищевка, что это единая форма, ее составить и отправить в орган по сертификации. Они должны сами ответить вам. Ну, то есть они регистрируют, и они вам ответ отправляют. Да, зарегистрированы или есть какие-то там документы, которые вот, в показателях что-то им не хватает. Вот. В вашем случае так, Оксана, допустим. Да. Сейчас я быстренько посмотрю, есть ли на косметику, какой-нибудь технический регламент номер, чтобы вам было легче. ТТС-009 у вас. Косметика. ТТС-009. Вы можете это в интернете тоже набрать, и там все требования косметики посмотрите. Так, теперь когда мы вернемся к нашему общепиту, вот именно, да, вот, общепит. На сегодняшний день, ну, с коронавирусом этим, да, что у нас происходит? Сейчас многие кафешки выходят, как свою продукцию готовят и хотят выйти на продажу. То есть у нас есть, в России у нас есть два постановления. Постановление оказания услуги общественного питания, так, и есть постановление продажи отдельных видов товаров. И отдельных видов товаров. И поэтому в данном случае, если вы как кафе кормите людей вот у себя внутри кафе, то вы подпадаете под правила оказания услуги общественного питания, и вам декларация не нужна для продажи, или для того, чтобы кормить, здесь готовить и продать. Но как только вы начинаете доставку делать, услугу доставки делать, либо же начинаете торговать с... Ну, чтобы человек купил у вас как в магазине и вынес, то вы уже как подпадаете под правила розничной торговли. И поэтому, когда вы не всегда. Вот на косметику, скорее всего, нужно оформить из ГРИ, вот, немножко неправильно, потому что там в самом техническом регламенте есть список продукции, которые вот декларируются, которая СГР делается, которая сертифицируется. Там перечень есть, поэтому по перечню надо смотреть, какая конкретно у вас продукция. Поэтому внимательно почитайте технические регламенты. И список посмотрите, там сзади есть список, в конце приложения. Вот. А по поводу вот кафешек. Для того, чтобы выйти на продажу, да, если вы выходите на продажу, вам обязательно нужна декларация. Декларацию можно сделать здесь в Якутске. Что для этого нужно? Для того, чтобы вот получить декларацию, это не технический документ декларации. Декларация – это разрешительный документ. Она относится к категории разрешительных документов. Это, поэтому вы ее получив, можете спокойненько выйти уже, продукцию выставить, как на прилавке в магазине, и можете продавать. И тогда получится у вас для того, чтобы вот, опять-таки выйти на торговлю, вот, нужно определить,
подлежит ли ваша вот продукция техническим условиям, нужно ли на нее делать технические условия, либо нужно пойти по ГУСТу общего характера, либо по ГУСТу технические условия. Если вы захотите сделать прыжку московскую, допустим, да, вы делаете прыжку московскую, на нее уже ГУСТ есть, вам технические условия не нужны. То есть технические условия, в каких случаях разрабатываются технические условия из категории технических документов? В каких случаях? Только тогда, когда на него нету ГОСТа. То есть, если на него не определен ГОСТ общего характера, и если на него не разработан ГОСТ как технические условия. Вот тогда вы делаете уже технические условия свои, допустим. Да? Вот у нас есть, если мы так посмотрим, допустим, какая продукция вот осталась вот из кулинарии, из кондитерских изделий, да? Какая продукция осталась вне ГОСТа, если так взять. То если посмотреть, то изделия хлебобулочные жареные, или, допустим, есть вот это меренги, вот, допустим, кондитерские изделия меренги, да, оно как бы и к мучному не относится, потому что оно из сахара сделано, да, и как бы он как кондитерский, как сладкий, как конфетам он как бы тоже не относится. В этом вот такая продукция, она должна идти по техническим условиям. То есть ее нужно сопоставить, кому она может, какому ГОСТу он может подойти. И только тогда можно определить, нужен ГОСТ или не нужен ГОСТ. Нужно техническое условие или нужно сделать этот, либо же технико-технологическую карту дополнить надо, либо рецептуру надо дополнить физико-химическими показателями. В данном случае вот так можно. Как бы, вначале нужно продукт сделать, а потом у него рецептуру сделать, технологическую рецептуру, а потом определить, есть ли на него общая документация общего характера. И только потом уже выйти на то, что нужно сделать технические условия. Хотя, вот, допустим, вот ГОСТы общего характера же есть, они все равно внутри себя обязательно прописывают, что производитель обязательно должен иметь техническую документацию на конкретное наименование продукта. То есть сам ГОСТ, он как бы за собой тянет. Что техническая документация в обязательном порядке должна быть сделана. И опять-таки, на момент проверки, если так взять, возьмем момент проверки, да, есть такой момент же, обязан ли производитель вот эти всю техническую документацию, какую-то бумагу всю вести? Оно вам нужно или нет? Потому что здесь вопрос времени стоит же. Производителю время хватает, производителю времени не хватает. Ваша задача быстро-быстро торговать, быстро-быстро понять спрос потребителя и увеличить там, где у него спрос больше, увеличить продукт. И поэтому техническая документация нужна или не нужна, вопрос стоит как, да? И в каком виде ее вести. Из-за того, что это внутренний документ, у вас есть право выбора, как вы его будете вести, электронно, письменно. У вас есть эта возможность выбора, но техническая документация, она вам необходима и добровольно вынуждена, но вам она необходима. Это ваша выгода иметь технические документы. Почему? Потому что, вот я же говорю, рецептура, технологическая инструкция, вышла технические условия, либо ГОСТ. Если у вас по рецептуре ваша продукция не подходит ГОСТу, допустим, да, то тогда у нее нет продукта, как она не сможет войти в декларацию. Если в декларацию она не войдет, то она не сможет реализоваться в розничной торговле. Ее сразу же, скажут, без декларации в розничную торговлю продукт не может пойти. Поэтому декларация, она за собой обязательно тянет техническую документацию. А техническая документация, она вам полезна. Ее нужно правильно воспринимать. Она полезна для того, чтобы определить ее качество. Поэтому вот если вопрос задать, обязан ли производитель, ему вот продукция разрабатывает техническую документацию, то я бы ответила так, что ему это выгодно делать. Ему выгодно техническая документация. Для того, чтобы, когда смена работников идет, один работник уволился, второй пришел, третий ушел, четвертый пришел. Но качество, чтобы от этого не страдало. Чтобы, если собственник бизнеса, он хочет, чтобы качество его продукта при любых обстоятельствах, кто бы пришел, не ушел, чтобы с каким требованием проходил, но чтобы он оставался, ему нужны технические документы. Это его помощники, скажем так. При пошиве одежды. Вот пошив одежды. Есть, у вас есть
тоже у вас есть ГОСТы вот по пошиву одежды, и там есть требования тоже, у вас есть своя специфическая документация вот, по раскрою, у вас документация, она тоже у вас ведется. На самом деле, есть, у нас раньше было, как ему, у нас система все-таки была, как бы она немножко сейчас, в 90-х годах, вот немножко она перетурбация пошла, но помните, была вот эта значочек был там, качество называлось как-то. И у нас система качества вот отстала уже по припошиве одежды, у нас есть старые ГОСТы, там, 60-х или каких-то годов, но у них система качества разработки документации у них тоже есть. Я сегодня как бы ориентировалась на пищевые продукты, поэтому вашу, как бы, если бы я заранее знала, что у вас здесь пошив, я бы обязательно это ГОСТы нашла бы, вам бы здесь написала бы. Но в данном случае я как бы подготовилась больше, ну, как бы смотрела больше пищевку, да, вот. И поэтому, а так могу точно сказать, что ГОСТ на пошив одежды есть, но он старый. Но единственное, чем он быть, может быть вам полезен, вы можете вот эти выкройки, которые у вас нормируются, ткань, какая ткань должна быть, с каким это фасоном он должен быть, сколько сантиметров, сколько вы используете, какие стежки, какие там вот эти петли, вот это... какие вот вы используете для пошива, будете использовать какие-то строчки. Может, вот эти все требования внутренней документации вы тоже должны оформлять. И вам это тоже как бы пользу. И они расписаны в ваших старых курсах. К сожалению, они как бы не обновились, и, по-моему, не обновились, это старые. Но вы можете тоже посмотреть. Если нужно будет, вы спросите, вот запрос если сделаете здесь, то мой бизнес, я тогда вам ответ уже отправлю через них тогда. И этот, и по поводу, вот сказала, да, обязаны, ага, и сертификация на готовое блюдо. Ну, сейчас уже нужна сертификация на готовое блюдо, у нас в кафе есть, а, вот смотрите, вот на готовые блюда, вот технический регламент есть на пищевую продукцию. К пищевой продукции, которая упакована, упаковано, да, допустим, у нас идут же пиццы, они упаковывают, ложат, доставку делают, они, все упакованная продукция, она подлежит декларированию, и если она доставляется, вы ее, но если вы готовую продукцию, суп, да, суп не упаковали, но вы ее вот так в кафе подали, она декларации не подлежит. Сейчас понятие сертификация заменено, для пищевой продукции это декларирование. Вам нужна декларация, а не сертификация. Ну, вот к Асалину я понимаю, что вы имеете в виду декларацию. На сегодняшний день это декларация. И поэтому, если вы с кафе хотите сделать доставку, вы ее упаковали, да, то тогда эта продукция уже, и вы выносите на доставку, то эта продукция подлежит декларированию. У вас должна быть декларация. То есть вы лично эту продукцию должны проверить на безопасность. Микробиологию проверить там. Токсично проверить, и вы должны иметь на нее документацию. Вот сколько у вас блюд, сколько блюд, вот каждое блюдо надо, нужно проверить и внести ее в декларацию и сказать, вот у меня, я безопасность проверил. Тем более декларация оформляется либо на год, либо на 3 года. Поэтому, а у вас есть производственный контроль, поэтому вы можете так сделать. Для доставки магазина обязательно оформляется декларация. Да, вот сейчас, как бы, ну, это понятно, что вы имели в виду. Так, как оформить декларацию в нашу Алматы или в Якутске? Это все делается в Якутске. Вот пищевая продукция, вы можете не приезжать, это все мы можем взять здесь в Якутске. У нас есть две аккредитованные лаборатории и неаккредитованные лаборатории. Вот, допустим, у вас процесс общества питания вы можете в любой лаборатории делать, у вас нет ограничения, допустим, да? В Якутске у нас три лаборатории, в любой выбирайте, пожалуйста, да? И декларацию можно сделать. Почему нужно? Вот сейчас очень много у нас заместительных, да, вам тоже письма приходят, нам приходят, вам приходят, всем приходят письма с Москвы, там, с разных, с юга приходят. Мы вам сделаем декларацию 5 минут, там, 5-10 минут. Вот если вы производите продукцию здесь, и если ваш потребитель здесь, в Якутске, все проверяйте здесь. Не надо брать декларацию оттуда. Почему? Потому что проверять вас будут здесь, лаборатория у вас здесь, потребитель ваш здесь. Все нужно, все, что, если условия здесь созданы в Якутске, нужно делать здесь в Якутске. Это самое правильное. Потому что что может проверить Москва? Ну, ваш продукт, как он проверит? Да? А это же лично продукт надо проверить, свежим быть. У него срок хранения есть.
по сроку хранения определяются показатели, нам этих показателей по безопасности определяются. Поэтому рекомендую, чтобы вы сюда, в Якутске, все делали. Как оформить? Ага, вот. Как же нам доставить наш продукт? Мы поехали 1500 километров от Якутска. Вот смотрите, Айхал, он относится к Нижнему, да, и к Нерюнгри. Вы близки к Нерюнгри? Если вы в Нерюнгри относитесь, то вам для того, чтобы сделать вашу продукты, вам удобнее сделать Мирный. Вот. Если вам Мирный близок, вам протоколы надо получать в Мирном. В Мирном. И документы делать в Якутске. То есть для того, чтобы сделать декларацию, нужны только протоколы. Поэтому как только протокол вы определите, и для того, чтобы протокол определить, лаборатории от вас что может просить, да? Какую, допустим, какую техническую документацию он может просить. Лаборатория может у вас запросить технические условия. Но опять-таки, для того, чтобы, если он будет видеть, что продукция, если вы хлеб будете выпекать, он будет знать, что идет по ГОСТу, и вы в направлении напишите, что у вас ГОСТ, и он тогда по ГОСТу будет уже смотреть, и плюс еще посмотрит свой технический регламент требования. А если у вас будет продукция общественного питания, то он обязательно попросит у вас технические условия. А когда технические условия будете делать, то вы можете, так, для разработки технических условий, я вам сейчас номер ГОСТа напишу, сейчас, секунду. То есть вся внутренняя документация, она как бы, как она должна сделаться, как у нее, они должны быть оформлены, содержание какое-то. Есть ГОСТы общего характера, которые они уже вам помощники, ваши помощники. И если вы захотите, опять-таки, ТУ сами сделать, то вы можете этим ГОСТом воспользоваться. Я сейчас вам напишу ГОСТ. Так, есть, да. Вот, Александр, вы спросили, есть ли в лаборатории витамины и минералы. Вот витамины точно знаю, могут определить. Это ФБУС наш, и мы вот недавно тоже делали сами продукцию, у нас идет пищевой продукт, и мы в него тоже определили, какие витамины у него могут быть. У нас здесь протокол, кстати, тоже пришел, поэтому могу точно сказать, что в Якутске это делали. Так, вот есть... Технический документ. Ага, технический документ. Так. Вот этот, да? 540. Вы его тоже в интернете наберете. И ваши технические условия, которые вы хотите, ну, если. Вот есть момент, когда люди имеют, ну, как бы. Могут сами сделать технические условия, потому что это же ваш личный продукт, вы его сами изготавливаете, сами его видите, вы его пробуете, вы органолептику можете на это. Но есть компании, которые не могут техническую документацию сделать, то тогда они обращаются, опять-таки, вот в сторонние организации, которые именно специализируются на технических документах. И вот эти технические документы могут они вам разработать. Но, опять-таки, работая совместно с вами и видя ваш продукт. А само содержание оформления находится в этом ГОСТе. Посмотрите, вот ГОСТ R51-740-2006. Он и так называется. Технические условия на пищевую продукцию. Общие требования к разработке и оформлению. Вот, и один, и вот технические условия мы... Вот, ГОСТ, я вам сказала, о утвержденных нормативах разработки технических документов. То есть, что такое утвержденные нормативы? Это ГОСТы, которые вам, ваши помощники, для того, чтобы вы могли сказать, что вот этот ГОСТ мне, я посмотрю, чтобы по нему, в соответствии с ним, я сделаю свои технические условия. Вот поэтому ГОСТ, допустим, до этого я написала же, где ГОСТ на хлебобулочные изделия, по нему вы посмотрели и на свои хлебобулочные изделия сделали. Там форма есть, что должно быть написано. Если что-то непонятно, если вот, это технический же документ, поэтому в техническом плане, допустим, не каждый предприниматель является техническим работником, поэтому он может что-то не понять. Если вам что-то непонятно, вы можете, я вам сейчас напишу телефон. Так. И вот по нему вы можете вот спросить именно вот по части технической этой. Это мой телефон, по которому вы можете спрашивать, что, как, чего, как сделать. Я эту строчку не понял, что я здесь должен написать. Я вам подскажу, пожалуйста, подскажу вам, как это делается. Вот это по части нормативов. То есть норматив это называется ГОСТ, который, на основании которого вы будете лавировать и смотреть, и ориентироваться по нему. Он дает вам ориентир.
Да. И вот вопрос, кто в предприятии должен разработать технический документ? Ну, вот у вас производство есть, да, вот, допустим, и у вас есть вот, бытовая химия, пусть это бытовая химия, кафешка, это пошив, но у вас на производстве обязательно вот, по внутренней документации определяются люди. Вот вы должны как бы одному человеку в ответственность положить, да? То есть это должен быть человек, который более близок к этой продукции. Человек, это могут быть технологи, мастера, либо швеи, да? Те, которые... Но есть швеи, которые шить умеют, но писать не умеют. Вот сотрудник может быть такой. Есть люди, которые более физическую работу хорошо делают, качественно. А есть люди, которые документальную работу хорошо делают. Поэтому нужно смотреть здесь, какому человеку вести это. Это должен быть человек, который по правильному, конечно, это технологи, мастера или вот мастера на цехах, они должны все это помнить. Очень было бы хорошо, если бы человек, который это делает, вот он сам шьет, и он же и помочь ему сделать этот технический документ. Тогда вы получите качественный документ. Человек, который это делает, он будет видеть, как он это правильно ли он расписан, а человек, который вот, то есть, документацию оформляет, он в правильном языковом плане все распишет. Для того, чтобы если вот этот сотрудник, мастер, уходит в отпуск, тот, который замену придет, вот этим техническим документом он мог пользоваться. И вы и не снизить качество продукта. Вот именно для этого. Когда нужно одного человека обязательно. Но в данном случае я подумала, что в свое время вот, мы тоже как бы думали, как помочь производителю, чтобы он мог вот в техническом плане, допустим, и у него штат маленький. Да, штат маленький, и он должен экономить, и он должен оставить на производстве только тех людей, которые прям вот выпускают продукцию. Да? И поэтому в этом плане, конечно, техническая документация, она как бы остается всегда позади, и сейчас, ну, предприниматели, они больше идут на то, чтобы сократить путь и быстренько-быстренько документацию, вот декларацию быстренько получить, допустим, это, как бы, получить этот, получить этот, ну, декларацию, подкол получить, быстренько все это сделать, да, и сейчас я быстро, перезвоню позже, вот, и поэтому в этом плане, когда идешь, и когда твой работник рано или поздно все равно уходит отдыхать, либо в больничный уходит, либо же он уходит, вообще, в этом плане вот тут и чувствуется вот отсутствие технического документа, потом, который может быть заменен, да, вот, сейчас я это, вот. Вот при разработке, какие ошибки, да, о распространенных ошибках при разработке технических документов. Какие основные ошибки? Самая большая ошибка, я думаю, да, это когда технический документ сделан поверхностно, и он не полезен, и он его к нему не обращается, и он лежит в пылице. Вот тогда этот технический документ, он пользу не приносит. А на самом деле технический документ – это же ваш инструмент, инструмент, по которому вы можете проверять качество. Это как прибор, которым вы проверяете качество продукта. Поэтому ошибка в том, что техническим документом вы не пользуетесь. Допустим, бывает так, что вы создали на организации вот регламенты, свои внутренние регламенты, ну, как внутренние вот инструкции, да, вот, допустим, создали определенные правила, по которым вы говорите, вот, ты должен это делать, ты должен это делать. И у каждого все расписано. Но при этом вы отошли, они как бы начали делать, сотрудники, но уже не выполняют. Вы отошли, потом приходите, а оказывается, журнал не заполняется, вот этот техническая вот этот структура не заглядывается, уже все автоматом делает. А, я вчера делал, я точно так же автоматом все делаю. То есть это перед ним не стоит. Не это, да. И поэтому получается, что пренебрежение идет по своему техническому документу. И он как бы... сейчас я уже напишу, перезвоню позже. Вот. И поэтому он у нас пользы не приносит. Поэтому... и какие ошибки? Какие еще, ну, кроме вот этой пользы, какие ошибки бывают при разработке технического? Когда человек разрабатывает техническую документацию, техническая документация – это такой документ. Вы его один раз сделали, и вы его можете
менять же по истечении времени. Вы видите, ой, какой-то, оказывается, вот эта строчка нам мешает, вы его поменяли. То есть это такой универсальный документ, который может меняться в каких-то структурах, но в основном костяке он не должен меняться. Допустим, в показателях качества, вот влаживаемости в рецептуру не должна меняться, допустим. Но она может поменяться в части, допустим, это, в части, допустим, описание там, допустим, да? В части, допустим, либо в чем поменяться, что в части утверждения, допустим, если вы внесли что-то новое, то ингредиент поменяли, то его тоже нужно зафиксировать в техническом документе для того, чтобы следующий работник им пользовался. Вот. В этом плане, допустим, техническая документация именно в части ошибки. Вот когда такие, вот вы создали продукт, но потом его уже начали менять, а изменения не внесли. Вот ошибка. И потом уже человеческая память, она такая же, еще забываешь, а потом, это как было, и вот так забываешь. На бумажке написали, все забыли. Вот, для того, чтобы этого не произошло, обязательно в первую очередь, прежде чем начать производство, вот как только родился ваш продукт, нужно обязательно на него создать технический документ, рецептуру, чертежную, паспорт изделия, зафиксировать все его качественные показатели, по которым можно будет уже впоследствии как бы отслеживать. Вот. И по поводу, вот, еще если, допустим, техническую документацию, если затронуть, то сами заметили, наверное, да, вот есть же франчайзинг, когда вот большие компании распространяют свою продукцию по разным городам, а представляете, там какая, вот у них очень жесткая техническая документация, и только она позволяет выпускать один и тот же продукт в таком виде, который выпускается там, и то, что такое. Вот именно сила технических документов находится в франчайзинге. Вот это, ну, я думаю, вам будет это как бы более понятно. И почему в небольших производствах как бы сложно вести техническую документацию именно из-за нехватки времени. Но этот пробел нужно обязательно устранить, я думаю. Есть у вас еще какие-то вопросы, которые, может быть, вы хотите задать? Ну, вот, допустим, и по сертификации, там, по декларации, вот, какие-нибудь, если хотите, я могу тоже ответить. И либо же, как, вот, допустим, кто, вот, кроме тех документов, которые на пищевую продукцию, у нас есть еще, вот, для того, чтобы контролировать, выполняется работа или нет, журналы. Коснемся журналов. Вот, технологический вот, журнал контроля качества сырья называется. Допустим, вот у вас производство, и вы, если вы не будете контролировать, какое качество вы получили здесь, в журнале фиксировать не будете, то тогда вы не сможете определить, кто, какой поставщик, какую продукцию, какое сырье от него хорошее. И вы же для себя тоже за течением времени выбираете. Вот, иногда же вы тоже получаете сырье, которое вот, вроде бы поставщик хороший, а сырье плохое пошло. Вот, потому что у них тоже идет определенно. Допустим, получили муку, а у нее влажность превышена. Вот условия хранения. Нужно возврат делать. Для того, чтобы возврат делать, вот этот журнал и нужен для того, чтобы зафиксировать, чтобы получили такое-то количество, проверили, если производитель, поставщик идет на встречу, то вы его так вот актами между собой возвращаете. Либо же, если он не согласен, то тогда у вас уже внутренняя документация срабатывает, и вы начинаете делать стороннюю организацию, привлекать к тому, чтобы зафиксировать качество поступившего сырья. И тогда идет через лабораторию, и оно подтверждается лабораторным анализом, и тогда вот возвращается поставщику, допустим, такие случаи тоже. То есть это журнал для контроля сырья, вот он пришел. Потом у вас идет, вот сырье вы поступили, потом у вас идет уже журнал для контроля производства. Допустим, у вас же начинается подготовка ингредиентов, вот, какое количество у вас использовано, какое количество не использовано. Вот оно поступило, и вы можете в количественном эквиваленте посмотреть, какое сырье поступило, какое отбраковано и какое количество вышло готовое.
Вот для этого зум, технологический зум, для контроля, допустим, печка при какой температуре работала сегодня, какая температура холодильника была, какое время выдерживалась вот эта булочка внутри этого. Ну, вот такие моменты фиксации, просто времени называется. И вот такие журналы, технологические журналы контроля качества процесса, они тоже необходимы для того, чтобы определить, когда идет сбой. На производстве пищевой продукции обязательно, это же как живой организм, у него не бывает так, что он, у него обязательно какой-то сбой есть. Где-нибудь, да как-нибудь, то электричество повысилось, то тут, отключили этот, то у него, как говорится, какой-то болт отошел. И вот поэтому вот эти моменты всегда на производстве существуют, допустим. Из-за этого вот технологический журнал контроля производства нужно вести. Журнал контроля работников медицинского состояния, допустим, здоровья работников тоже вести надо. Потому что эти документы, они внутренние технические документы, но они зафиксированы, допустим, в постановлении главного врача Российской Федерации. И вы должны быть эти журналы, ну, обязаны вести, да? Потому что он постановление сказал, что со здоровьем работника ведите. Если человек чихает или у него глаза красные, его к работе не допускают. Вот. И вот эти журналы. Потом журнал готовой продукции. Что такое готовая продукция? Вы его приготовили, и органолептический анализ должны сделать обязательно. Конечно, претензию поставщику обязательно надо выставлять. Вы, получая продукт, вы должны обязательно, если он некачественно отправил, не надо его списывать у себя. Надо обязательно выставлять претензию, потому что он должен вернуть вам деньги, либо же другой товар заменить, отправить. И поэтому вот такая процедура всегда есть между поставщиком и покупателем, юрлицом, допустим. Обязательно. И есть поставщики, которые сразу меняют, да, как бы они видите, а есть те, которые говорят, дайте нам протокол, дайте нам это акт. А в акте, чтобы ну, сторонняя организация присутствовала, либо акт всегда подписывается тремя сотрудниками. Да. Один человек как подпишет, они это не примут. Ну, с юридической точки зрения. Поэтому нам нужно, чтобы акт составили там три человека. Руководитель, там, за складом, либо мастер, либо вот, да, технолог. Вот они все составили. Обязательно. Вот. И по поводу технологических журналов. Вот технологические журналы, они тоже необходимы для того, чтобы вот, вся техническая документация, она для вот, с одной стороны, посмотришь, думаешь, какая вот такие много бюрократии, но с другой стороны, без них это никак невозможно, потому что они как раз, если их игнорировать, вы не сможете проследить процесс, как холодильник этот работает, когда у него налет появился на этих. Да, допустим. Когда человек вот это, пошив одежды, когда он стежку взял, когда у него нитка закончилась, как он ее... Вот эти моменты он должен... Вот как количество ниток, которые вы выдаете, ей тоже вот это все же фиксируется же. Вот мы зафиксировали расход сырья. Кому что выдано, допустим. Вот я хотела насчет органолептики сказать, да? Вот у вас прежде чем выпускать продукцию за на магазин отправить, вам обязательно нужно делать органолептический анализ. Поставьте одного человека или делайте это, чтобы он каждый день смотрел, как продукция изготовлена. Получается, что если розничная продажа блюд, это правило розничной торговли, а если доставка опорного блюда, нужно антикать, если просто продажа блюд внутри кафе. Ага, вот смотрите, продажа блюд, да, это розничная торговля готовых блюд, да? Когда вы в магазине, вот сейчас многие кафе делают так, они готовят продукцию, упаковывают и сдают в магазин. И когда ты в магазин приходишь, там уже готовая продукция, котлеты с макаронами лежат. Да. Вот для того, чтобы эти котлеты с макаронами на прилавке у магазина лежали, магазин у вас будет просить декларацию. Вот, поэтому вы декларацию должны. Но эту декларацию вы можете использовать еще, когда вы сами готовите, написали доставка блюд, вам звонит, человек позвонил со своей квартиры, и вы доставляете. Вот тогда вот эта же декларация, она вам тоже понадобится. Она работает двух видов. Она и на доставку у вас пойдет декларация, потому что вся продукция, которая доставляется, она должна иметь декларацию. И она также пойдет на розничную торговлю, когда вы с магазином договоритесь, и им будете сдавать продукцию для продажи. Человек пошел, взял, подогрел, поел. Вот тут тоже.
А если вы готовите внутри своего кафе, и тут же человек будет купил, ему официант принес, вот тут вы уже не делаете декорацию. У вас достаточно производственного контроля. Но с внешней стороны вам достаточно производственного контроля вести, чтобы ну, приходили, смыв, брали, вот, смыв, продукт управляемый, кормимый. Вот этого вам достаточно для деятельности. Но внутренняя документация, вот иногда получается, идем мы в кафе, да, и получается, один раз салат овощной вот так выглядит, второй раз по-другому выглядит. Один раз смотришь, ингредиенты такие лежат, а в следующий раз видишь, ингредиенты такие лежат. Вот это непорядок. Если так, как со стороны собственника, это непорядок. Потому что здесь раскладка разная получилась. Да? Для того, чтобы вам определить, что почему он разный, нужно вот именно техническую документацию вести. И там как раз техническая карта, которую вы утвердили, она понадобится. Но опять-таки есть и такой нюанс. Для того, чтобы выжить в этом конкурентной среде, в производстве очень быстро-быстро все меняется. Напрочь. Чтобы потребитель не привык к одному и тому, и тому же, у вас овощный салат трех-четырех видов бывает. Ну, бывает, приходишь, и, но они сегодня, а такой овощный дают завтра, другой дают, третий. Но для того, чтобы внутри вести контроль, нужно 5 технологических карт иметь на овощной салат. То есть один вид такой, чтобы шестой не фантазировал сам. Сам повар не фантазировал, нужно для того, чтобы он был четко. Пусть их будет 6 видов, но пусть они будут все с картами. А не так, что один вид карты есть, но делайте 10 видов. Вот тут уже вы столкнетесь с тем, что у вас расход сырья, как вы будете, в этом плане сложности появятся. Потому что когда есть технологическая карта, бухгалтеру легче рассчитать в плане того, что какая в экономическом плане, какой расход несет вот это блюдо. Вот. И по поводу еще технических документов. Ага, технические документы. Технические документы, я сказала же, да, что они разрабатываются вами самими же, могут разрабатываться вами самими же производителями. Вот технические условия, допустим, если возьмем, технические условия, это раньше этот документ согласовывали через Роспотребнадзор, ФБУС договор, через Роспотребнадзор шло согласование, шло через центры стандартизации метрологии согласование, через ведомственные министерства, допустим, Министерство сельского хозяйства согласовывало технические условия на пищевой продукт, потом он отправлял из центра стандартизации, потом согласование трехэтапное шло, потом через через санитаров согласование шло, и только потом уже человек мог выпускать эту продукцию. На сегодняшний день законодатели наши решили, что этот технический документ, он необходим для производителя, и он и вот это связывает руки-ноги, когда ты согласование это ждешь, когда оно пройдет через все эти вот эти инстанции, и поэтому они сделали технический документ согласование, без согласования через эти организации, оставили только утверждение у самого изготовителя. То есть вы технические условия сделали, вы его утвердили сами и приказом вносите его в свою организацию. То есть технические условия приказом должны вести действие внутри организации. Вы ведете свой реестр, определенную тетрадку ведете и пишете, вот у меня сегодня такие технические, не сегодня, а вот в нашей организации имеются такие технические условия там. На какую-то продукцию. Вот вторые технические условия сделать, третий, допустим, так делаете. А вот продуктов питания, вот именно по общественному питанию, у вас технических условий нету, и вам нужно его делать. Но вы разбиваете так. Первое блюдо, вторые блюда, потом с гарнирами, да? Потом у вас пойдет мучная кулинария, вот то, что вы пьете. Допустим, на салаты нету, допустим, ГОСТа. Даже ГОСТа общего характера нету на салаты. Допустим, салат у вас отдельный по продукту идет в этом плане. Так что вот так. Продукция. И вот по техническим документам такая информация. Ага. Делайте ее обязательно. Она вам будет помощь. Именно она будет
фиксировать качество ваших продуктов, и вам легче будет по нему, согласно него, вы можете контролировать своих работников, либо же свою замену. Если вы повар, то вы сможете быть уверенным, что вот по вашим документам, которые вы сделали, ваш, кто вас заменяет, он сможет спокойно выпустить такую же продукцию. Ну и потом, внутренняя документация – это определенная часть, это коммерческая тайна. Коммерческая тайна организации, она не должна быть там, скидана по всем и вся, поэтому она как бы вот внутренняя и называется внутренняя документация. Есть у вас еще какие-то вопросы? Вот, и, ну, тогда я думаю, что если вопросов нет, мы, может, наверное, потихонечку будем закругляться. Как раз мы свой час ровно выдержали, разобрали, и поэтому можем, наверное... Самое главное вам, вот в Айхале тоже надо посмотреть, у вас может быть ветеринарная лаборатория есть. Вот, любой вид лаборатории в вашем случае может подойти для того, чтобы получить декларацию, потому что лаборатории между собой тоже разделяются же. Есть лаборатория производственного характера, есть лаборатория, вот, сторонние лаборатории, которые сами по себе уже как лаборатории работают, есть лаборатории аккредитованные, есть лаборатории неаккредитованные. Они разделяются, и, допустим, если бы вы выпускали чисто вот мясо или рыбу, потом мясо копченое, это колбасу, то вашу продукцию обязательно нужно проверять только в аккредитованной лаборатории. В техническом регламенте на мясо прямо так и написано, что к ней подходит только протокол аккредитованной лаборатории. А в продукции общественного питания там лаборатория не расписана. Можно в любой делать. Допустим, если вот бытовая химия, там протокол нужно аккредитованной лаборатории, там написано, что аккредитованная лаборатория должна быть. Допустим, для швейных изделий там можно в любую лабораторию тоже обращаться. Вот. И вопрос для швейных изделий, вопрос только стоит в этом. Для продажи на ТКФ ресторана обязательно для ХАСП ресторана. Да, конечно, вы можете мне позвонить, я на любой ваш вопрос отвечу. Конечно, можно. Это я, Александр, сказала. А для продажи внутри кафе и ресторана обязательно для ХАСП. Вот в свое время, когда в 2011 году вышел технический регламент, вот необходимость ХАСПа, допустим, то, что он обязателен, он расписан в техническом регламенте 021. Я сейчас напишу. ТСТС 021. Вот этот технический регламент, он идет на... Напишу продукты. И именно он требует, допустим, чтобы у производителя пищевой продукции обязательно был ХАСП. То есть, если вот мы возьмем технические документы, технические условия, да, они нигде не расписаны, они нигде не как бы вот такого вот обязательства в никаком нормативном документе нет. Вот технические условия, рецептурные, они как бы условно тянутся из этого, из декларации их тянется с собой, что их обязательно надо делать для того, чтобы внести в декларацию. По поводу ХАСПа, когда в 2011 году он внедрился, сказали, все производители пищевой продукции как бы должны делать, производители пищевой продукции должны делать ХАСП. И поэтому вот предприниматели общественного питания, кафешки, они стали на сторону, сказали, мы не производители пищевой продукции, мы тоже услугу оказываем общественное питание. И как-то в свое время было, что вот в каком-то 2-3 года как-то их не трогали. И вот я помню, в Роспотребнадзоре в свое время, ну, как-то их мимо проходили и говорили, вот у них какое-то есть разъяснение, что услуга общественного питания не должна иметь ХАСП. Но вот в последнее время скажу, что с Роспотребнадзора идут постановления, при которых они на кафешках, они требуют, чтобы у них был ХАСП, потому что в основе это все равно идет производство пищевой продукции. И у них уже судебные есть такие инциденты, когда они в кафе требуют ХАСП, и это проходит через судебный. Поэтому я думаю, на сегодняшний день вопрос о том, что кафе не должно иметь ХАСП, это уже отпал, нужно его разрабатывать. Опять-таки, ХАСП, для того, чтобы разработать ХАСП,
Это тоже такой документ внутренний ваш, да? И на него тоже есть ГОСТ. ГОСТ для разработки ХАСТ. Если вам нужно будет, я сегодня просто его не взяла, я могу вам его написать попозже. Потому что ХАСТ – это внутренний документ, и он внутри себя содержит, его содержание в том, чтобы как контролировать свое же производство. Какие требования к нему выписываются, какие требования должны быть заложены. Вы создаете внутри свою комиссию, и согласно этой комиссии, эта комиссия, она начинает у вас контролировать качество, вы говорите, вот три работника, вы должны контролировать качество. ХАСТ – это, в принципе, к нам пришедшие с зарубежа требования, да, потому что там все-таки они как-то систему качества, они более как бы реально внедрили в свою, как бы, в свой бизнес. А у нас она как бы немножко так не очень изи, поэтому у нас есть документация ХАСТ, которая она как бы вот оформляется, но для того, чтобы ее вот внедрить, она немножко сложная на себе, потому что мы все-таки живем немножко в других, наверное, условиях. Поэтому, но ХАСТ обязательно, ГОСТ на него есть, для разработки ХАСТ ГОСТ есть. И поэтому, когда есть, если вы сами не сможете, это ХАСТ, он очень похож на дипломную работу. Если вы, допустим, техническое слово похоже на реферат, вот все мы, наверное, с высшим образованием, поэтому, учились в учебном заведении, поэтому это похоже, условно сказать, это на реферат похож, а ХАСТ похож на дипломную работу. Он такой же большой, он такой же вот объемистый, и вот там все как бы расписывается общими словами, общими. Поэтому ХАСТ вы можете делать сам, если что. Ну, что ж, если есть еще вопросы, так, ХАСТ обязательно для кафе, и второе, это вы его можете сделать сами, но если вы не сможете сделать, то вы всегда можете обратиться в сторонние организации, которые занимаются, специализируются именно на технических условиях. Ну что ж, если у вас вопросов больше нету, я бы хотела вам всем пожелать успехов, чтобы бизнес ваш процветал, чтобы вы все вот тонкости, чтобы над качеством своего продукта, чтобы вы задумались и сделали так, чтобы техническая документация вам была полезна, и внедряли, и к ним относились, сделайте его с пользой для себя, чтобы он был полезным вам инструментом. Успехов в работе, чтобы у вас стабильный коллектив был, хорошая команда, которая только вперед. И чем больше знаний вы... спрашивать всегда нужно у специалистов, у кого-то, везде всю информацию собирать и стараться быть как бы более таким знающим предпринимателем. Так что спасибо вам большое за то, что вы вопросы задали, что вы пришли на этот вебинар. Успехов. До свидания. Звоните, если что. Так.